Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина и канал Цветочная симфония. Наконец-то я добралась до примулин, до полочки, на которой нужно вести порядок. Потому что посылки, 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 а до своей коллекции все дело нет. Ну вот потихоньку сейчас начинаю, пытаюсь где-то как-то в каких-то уголках, на каких-то полочках наводить порядки, что-то пересаживать, рассаживать. Вот весь вечер этим занимаюсь. И тут до меня дошло, ну а почему бы не снять видео? Есть у меня видео на канале, где я работаю с примулинами, там и цветущие показаны, как я сажаю, пересаживаю, головы снимаю. Ну, думаю, ладно, все равно сейчас сажаю, все равно привожу сейчас в порядок и как раз покажу, что нужно сделать, как я их выращиваю, как с ними обращаться. Цветущих сейчас нет, все оборвано, потому что все нужно приводить в порядок, поэтому сейчас жара, и они немножко, наверное, хотят отдохнуть. Вот. Вот были цветы. Вроде бы недавно все цвело. А сейчас посмотрела, все отцвело. Ну, неважно, давайте приводить в порядок. Что я делаю? Вот смотрите, стоит у меня примулина взрослая. Примулина Канди. Это темно-розовый цветок. Стоит на контейнерах, в которые наливаю воду или раствор с удобрением. Сделана дырочка, в которую можно сюда залить. Или можно вот так приподнять и долить туда быстро воду. Все зависит от терпения и желания. Как можно быстрее налить вот сюда. Или спокойно, медленно, не проливая, вот сюда. От настроения, так сказать. Сорт подписан. Обязательно ставлю вот такую палочку. Кофейная палочка. Можно соединить две вместе, чтобы было повыше, чтобы в листья не упиралось. Ну и как бы, когда на полочку залазишь, смотришь, чтобы издалека было видно. То есть не где-то внизу название, а так наверху стояло. Все, убираем палочку. И что я делаю? Конечно, сначала цветоносы старые снимаем. И можно... Вот даже, кстати, вот видите, опять цветонос идет. Они сейчас все на бутонах. Я потом покажу по другим. Вот свежий бутон. Где-то пересыхало, потому что вот видите, выпила. Ну, еще не сухая, но через 2 дня уже было бы критично. Вот это все нужно снять, оно не нужно. Грязь, мусор, так сказать. Ну, что-то с этим сезоном продаж не до примулин было совершенно. Сезон в этом году очень активный. Посылок много, заказов много. Поэтому только успеваешь, как попало, поливать, что-то быстренько почеренковать. А так в основном отвечаешь, собираешь заказы, отправляешь посылки. Иногда что-то пытаешься фотографировать. Все это остается практически в телефоне. Некогда даже выставить. Так. Я не жалую, я хвалюсь. Листочки, они нам пригодятся. Нужно будет размножить. Ну вот, которые совсем в земле. Просто снять. И на укрепление поставить как раз к весне. Точно будут. Потому что чуть позже некогда будет. Натянутся фиалки. Заниматься с ними буду. И не до примулин. Поэтому сейчас вот начинаю заниматься ими, приводить в порядок. Сразу можно поставить на укоренение. Собственно, мне хватит листочка. Вот 2, 4, 6 хватит. Так, красота моя. Что тут у нас? Весь мусор уберем. Не буду я ее пересаживать. Конечно, грунт старый, но за счет того, что она на фитиле, нормально, она все пьет. Все с ней хорошо. Поэтому ничего, пересаживать ее не буду, трогать ее не буду. Можно, в принципе, просто слегка досыпать. Шнурок. У меня вот такая акриловая нить. Убедилась, что это самый лучший шнур для фитильного полива. Я знаю, что у каждого свои предпочтения. Я пробовала разные. В основном режу колготки. Ну, уже много нарезано. Поэтому иногда я их мою. То есть после того, как я цветами какими-то, ну, так сказать, пересадила, то я не выбрасываю. Я перемываю посуду, перемываю эти шнурки. А что их там мыть-то? Всего ничего. Потому что проще помыть кучей, чем потом сидеть и резать. Вот, ну акриловая нитка мне больше нравится. Она не так заплетается корнями, хотя и она тоже может. Если оплетается корнями, и тогда может не тянуть корневая система, потому что забивается дренажное отверстие и перестает тянуть фитиль. Так, этот лист я сломала.
Убираем. Надеюсь, видно, не знаю. Я просто досыпала земли, грунта. Ну, просто люблю, когда красиво. Все. Значит, емкость можно просто долить воды. Сейчас у меня нет разведенного удобрения. Потом. Потом. Просто долью воды. Литр у меня поместился. Дальше шнурок вниз. Главное, чтобы, смотрите, вот здесь, да, воздушная прослойка была такая, воздушная подушка, хотя бы сантиметр, можно больше. Все, ставлю так, чтобы дырочка у меня была впереди. Так, поставить надо палочку с названием. Так, и вот я ставлю как бы к себе лицом. У меня с двух сторон к этому стеллажу можно подойти. И вот в какую сторону я буду его ставить, и в ту сторону я ставлю палочкой, чтобы я посмотрела и быстро все увидела, что мне нужно. Ну, например, листочек снять, да, для продажи. Как-то спрашивают. Это я повторяю. Канди. Темно-розовые цветы, очень красивые. Очень. Я фотографии выставляла в Одноклассниках. Так, я ее убираю. Дальше у меня есть листочки. Сейчас уберем мусор весь. Значит, листья. Голову не морочу, просто вот так делаю. Неважно, хоть вообще черенка нет, он вам не нужен. Вот, сломала. И все. Специально ничего не подсушу. Вот лежит, сколько лежит, пока я не приготовлю все остальное. По грунту. Вот такой рыхлый верховой торф рыжий. У меня синий агробалт. У вас какой продается. И 30-50% разрыхлителей. У меня перлит. Я не дружу с вермикулитом, потому что я все заливаю. У меня перлит и пенопластовые шарики. Или трупенопласт. И, кстати, если вы хотите поставить в будущем растение на фитиль, то вермикулит использовать так же, как и мох, не надо. Иначе все у вас замокнет. Я приготовила стаканчики. 100-граммовые стопочки. Подписала число, что я посадила. Вот два листика 19.07.23 года. Так, дренажное отверстие у меня есть. Стаканчики использованные, помытые, чистые. Все. Особо не намываю. Помыла под горячей водой. Если сильно грязные, то с моющим средством. Нет, значит просто. Помыла, насколько отмылась. Все надо делать быстро. Так, грунт влажный слегка. То есть, если вы трогаете вот так руками, он такой приятный. Так охлаждает как будто руки. Переливать его не надо. И сухой не должен быть. Если он у вас сухой, налейте воды, наденьте перчатки и размешайте хорошо. Перемешайте его, пусть чуть постоит, подышит. Так, я надеюсь, фокусируется хорошо. Так, и просто вот так вставляем. Можно чуть прижать, так как они тяжелые листики. Я решила по два. Так, у меня, по-моему, один останется, но я его подпишу потом. Я на него не рассчитывала. Можно поменьше стопочку взять с дырочками. Так, здесь у меня побольше, который один я посадила сюда два. Надеюсь, видно. Можно так, можно эдак. Вообще как нравится. Так, их можно чуть полить. Вот капельно. У меня влажный грунт слегка и капельно. Все. Ну вот для спокойствия души. Все это готово. Потом покажу, где это все будет стоять. Пока в тепличку ставлю. Так, еще один сорт взяла. Это у нас айка. Желтая. Так, желтая примулина. Стоит у меня тоже в контейнере. Ну, когда я привожу их в порядок, вот это дело я все мою. Сейчас я пойду чистый контейнер возьму и тогда включусь. Решила просто помыть контейнер и не искать новый. Так, у меня также сделано отверстие.
и отверстие для того, чтобы наливать воду. Двухлитровый контейнер, очень удобно. Конечно, это кто дружит с фитилями, с фитильным поливом. Кто-то не любит и старается выращивать на матах. Не спорю, кому как нравится. У меня лучше получается на фитильном поливе. Вот здесь как раз, как я и говорила, колготки. Вот, порезанные. Так, вот эти листья старые мы убираем. Где-то не дополивала вон цветы. Никакие. Надо убрать цветоносы нехорошие. Так, грунт, конечно, старый, но не буду я пока менять, потому что розетка вся на бутонах. И если ее не тревожить, она прекрасно будет дальше пить и цвести. А уже туда ближе к осени, наверное, я ее переукореню. Так, и мне нужно листики взять, посадить, потому что я этот сорт... Все закончилось у меня. Так, просто пока снимаю. Не знаю, не смотрю, как там это все выглядит в экране. Так, нижняя. Я всегда нижнее ставлю на укоренение. Я не придираюсь к ним. То есть то, что мне мешает, то я и снимаю. А зачем я буду со средины портить розетку? А нижние уже точно так же, как у фиалок. Они больше цвести не будут. А здесь, видите, вот цветонос под листиком. Сейчас покажу поближе. Вот, видите, листик и цветонос. Так, вот здесь листик и цветонос. И вот каждый листик выше пошел, пошел, пошел цветонос. Чем хороши примулины, они цветут несколько раз, ну, то есть с волнами, знаете как, отцвела следующие бутоны, отцвела следующие бутоны. И бутоны в основном нагоняют вот несколько ярусов листьев и стараются одновременно выстрелить. Так, ничего я трогать не буду, я просто чуть-чуть досыплю грунта. Так, когда грунт туда не помещается, что я делаю? Можно взять палочку. Вот так я палочкой туда его запихиваю. Это для того, чтобы она не шаталась, покрепче стояла. Сейчас жарко. Не все хорошо переукоренять, конечно. Именно полностью вот замена корневой. Я несколько уже сделала, потом покажу в конце, как сделано. Некоторые почеренковала, некоторые вот так оставлю. А то совсем полка пустая будет. Что это? Я без примулин. Тем более они на бутонах, жалко. Хотя частично за бутонами можно, кстати, их переукоренять. Все. Она, в принципе, нормальная. Все хорошо. Все, палочку назад ставим. Подписано фломастером, который для дисков называется. Он не стирается. Я снимаю, когда мне не нужны такие палочки. Бывает, сорт ушел с коллекции. Или количество изменилось на меньше, или что-то я ошиблась. Я просто беру ацетон и ватным диском с ацетоном снимаю эту надпись. Очень хорошо смывается. А так нет, не выгорает ни под лампами, ни на окне, нигде. Все, я поставила. Все, к воде он не соприкасается. Все нормально, можно ставить на полочку. Все в порядке. Так, у нас листики остались. Так, это сорт Айка. Желтая. Сколько? 3, 4, 5. Ну, можно взять 3 стаканчика. Беру, бывают такие, знаете, еще не мытые, но не востребованные. То есть сразу быстро что-то бывает пропало. Или что-то пересадила, они нормальные, не грязные, я в них и сажаю. Все, сейчас подпишу. Я пока остановлю. Так, ну я все приготовила, чтобы время зря-то не тратить. Так, здесь подписано 2. Втыкаем 2. Большой, маленький, влажный грунт. Я воды чуть добавила. Поливать поэтому не буду. 2, здесь 1. Все, ставлю в тепличку. Так, вот сорт Лола. Такая прелесть. По-моему, голубые цветы. Я ее даже не помню, фотографировала. Нет. Смотрите, какая красота. Пестролистная. Да еще такие остренькие листочки. Кстати, кому интересно, листочками я предлагаю примулины. Детки тоже есть. Некоторых сортов не все уже подразобрали хорошо. Листочку можно... Вы видели, как я укореняю. Пожалуйста, можно. Обращайтесь, приобретайте.
Вот эти желтые листья мы снимаем. Так, я сейчас пока уберу свою систему-то. Вот эти листы нижние можно снять. И как раз мне надо посадить. Сейчас покажу, она суховатая. Вот смотрите, сейчас покажу бутоны. Видите, вон там. Они такие коричневые бутоны, видите? Вот, вот, видно. Телефон не хочу трогать, потому что стоит на штативе, на зарядке, тут все сразу. Он, бедный, у меня не успевает заряжаться. Постоянно в работе. Так, ну я надеюсь, видно. Сейчас попробую сейчас сфокусировать. Они такие коричневые бутоны. Все, красота. Можно чуть-чуть добавить грунта. Съедается он постепенно. Ну, когда нет длинной ножки, я не режу. Просто некоторые два сорта, по-моему, я сегодня сделала, а потом только подумала, что, наверное, надо видео снять. Ну, в принципе, то же самое, что с фиалками. Один к одному. Так, здесь просто вода. Время будет, потом добавлю удобрения. Все, любое. Для роста, для цветения, что вам надо. Сейчас на бутонах, значит, для цветения. Так, пока уберу листочки. Раз, два, три. Эти желтые не буду. Так, три листочка у нас. Так, ну нашла я стаканчики, подписала. Нашла 100 грамм и даже, по-моему, 80 у меня был. Так, сюда можно посадить один. Чуть-чуть придавить, чтобы, ну, не было такого совсем воздушного состояния грунта. Чуть-чуть. Грунт достаточно влажный, я не поливаю. Все, ставлю в тепличку. Ага, в экран не помещается. Это моя любовь. Моя любимая ангустифолия. Посмотрите, какая прелесть. Вечно она мне пересыхает, выпьет быстренько водичку, листики завяливает. Прям как тряпочки висели. Не один раз даже видео как-то снимала. Залила сверху воду, и она на следующий день, то есть, ну, за ночь, полностью себя восстанавливает. Вот так вот. Раньше давала много пасынков. Была одна голова, которую я сажала, и давала много пасынков. Я их снимала, снимала, видно, один пропустила. У меня образовалось две головы. Но почему бы и нет? Кто сказал, что у Примулин стандарт одна голова, а у меня двухголовая пусть будет. Мне нравится. Цветет обильно, хорошо, часто. У меня такие светло-голубые, там лиловые. Ну, кто как видит цвет. Цветочки. Фото в Одноклассниках есть. Так, ну немножко старых листьев снимем. А что получше, посадим, потому что все закончилось. Так, вот это безобразие надо будет помыть. А, кстати, покажу сейчас корневую систему. Видите, что творится? Мало того, что корни вылазят, потом вот здесь они забивают шнур, поэтому иногда она перестает пить. Что мы делаем? Там, конечно, я доставать не буду, там безобразие полное, но я перекоренять ее не хочу. Она прекрасно и так справляется. Зачем мучить растение? Посажено. Сегодня 19 июля. Сейчас покажу. 19 июля 23 года. Здесь число стоит 3 августа 21 года. Два года. Кто сказал, что их каждый год надо пересаживать? Нет. Эту я не хочу пересаживать. Так, совсем плохие листики уберем. Вот когда до полива руки не доходят, когда она подсыхает, вот кончики подсыхают. Иногда я их убираю полностью, такие листья. Она наращивает их быстро и хорошо. Поэтому можно не жадничать. И немножко места освободиться на полочке. Потому что, когда слишком размах крыльев большой, тоже плохо. Так, лист сломала? Сломала, ну и ладно. Так, вот этот плохой уберем. Так, ну я думаю, хватит. Все. Нет, не все. Это можно убрать. Все, он у меня стоит на стеллаже, этот кустик. Как бы так в уголке с краю, что у него листочки свисают с полочки, там место есть. Кстати, вот этот шнур, сейчас покажу, вот так можно. Фокусирую. Вот так можно чуть-чуть поддернуть, чтобы там нарушить внутри. Ой, там вообще сплошная корневая система.
Нет, трогать не буду. Это придется все обдирать, голову снимать не хочу. Жалко. Все. Так, сейчас я пойду помою это безобразие и приду. Пока отключаюсь. Так, здесь у меня система. Ведро прозрачное. Ну, литровое, наверное. И вот такая штучка, уж не помню после чего. Сделала дырочку, поставила внутрь, чтобы горшок тяжелый не перевешивался и не падал. И, кстати, легко, вот видите, расстояние тут есть. Подлезть или бутылкой, или носиком, или вот так наклонить горшок можно, или приподнять одной рукой, второй бутылкой налить. Так как это стоит наверху, приходится на стульчик залазить. И надо это все делать быстро. Вот. Ставим палочку обратно. И ставим прямолинию на место. Так, у нас есть листики. Что мы сделаем? Так, во-первых, вот так обламываю. Вот это безобразие, оно мне не надо. Можно просто вот так. Можно взять ножницы, кому как хочется. Листочки позеленее берем. Вот это длинное не нужно сажать. Можно вот так вот взять. И достаточно. Ну, потому что это высокий нужный контейнер для листиков. Он еще подрастать будет. Так, это плохой. Вот этот хороший. Когда говорят, в дороге бывает такое, случалось, ножка ломалась, она не нужна. Ее нужно обрывать в любом случае. Так, сейчас я уберу и приготовлю стаканчики. Так, ну, стаканчики я приготовила. Накладываю грунт. И будем сажать. Не уплотняя особо, но опять же, не так, чтобы совсем вот положить грунт и все. Он немножко осядет. По полстаканчика не люблю накладывать. Мне нравится, когда полный. Потому что дает корни, дает деток. И потом ему не хватает ни сил, ни питания, ничего. И так придется зимой, там, где детки будут. Например, даже если одна детка, я могу большую детку отсадить или посадить обратно. Он еще давать деток будет. Или бывает много мелких деток. Значит, я беру и меняю грунт, сажаю. Даже без разделения. И сажаю в свежий грунт. И они хорошо реагируют, растения, на перевалку свежий грунт. Так, вот такая красота. Надеюсь, все видно. Все, по одному листику. Все подписала. Дату не стала ставить. Мне достаточно. Все, особо там я не смотрю, насколько я там заглубила. На сантиметр, грубо говоря. Все. Еще уйдет вниз. Потому что если совсем вот полсантиметра, как говорят, тогда он будет падать. Так, контейнер. Сейчас принесу. Как у меня сделано? Не знаю, видно? Нет, ну сейчас покажу поближе. Сейчас оставлю. Нет, это высокие. Придется в другой контейнер ставить. Отрезать немножко. Сейчас мы схитрим. Тут высокие контейнеры все заняты. Так, есть, есть. Красный. О, точно. Я сейчас везде вот так. Все равно же обрывала. Сейчас мы их уменьшим просто в размерах листики. Вот. Будет хорошо. Для деток этого достаточно. Все. Вот так это выглядит. Видите? Красота. Внизу маты кладу. Все, мне понравилась эта система, потому что выливается лишняя вода туда, а потом она отдается растениям. Вообще прекрасно. Вот. И вот такие всякие штучки, которые понаходила у себя, кассеты из-под рассады, и вырезала в них полностью дно, чтобы стаканчик упирался именно в мат. Но когда чего-то не хватает, вот видите, оно не падает. Вот у меня место свободное, но ничего мне не падает. Очень удобная система. Сейчас ее везде стараюсь реализовать. Понравилось. То есть один раз долго и нудно это делать, конечно, но я постепенно это делаю. А потом все, у тебя готовы, удобно. То есть везде лежат маты, и везде есть контейнер. В контейнерах вот такие штуки, кассеты с дырочками. Красота. Вот я сегодня еще сажала вот сюда листочки примулин. Там какие-то бегонии почеренковала, взрослый куст срезала, голову почеренковала, поставила.
амфиопсус, блэк мамба, лунный свет посадила, ну и несколько примулин. Такая красота. Тоже там маты, и также только другого плана стоят кассеты. Все стоит на полу. Не обратила внимания на время. YouTube-то принимает такие длинные видео, а в Одноклассники может не загрузиться. Ой. Ладно, уже не буду. Вот, я снимала голову. Посадила также в этот же грунт. Полностью убирала корневую систему. Зачищала, как морковку, стебелек. Точно то же самое, как у фиалки. И кофейными палочками зажимала. Полив, ну, просто капельный. Все. Ну, и пока вот мои стоят на полу. Завтра буду продолжать наводить порядок на полочке и уберу их под подсветку. Контейнеры накрываю крышками и также под лампы. 10-12 часов. Ну все, на этом буду закругляться. С вами была Ирина, канал Цветочная Симфония. Если понравилось, ставьте пальчик вверх. Кто впервые на моем канале, подписывайтесь. Будем сажать, пересаживать. Иногда делаю предложения продаж. Вот сегодня занялась видео пересадками, посадками, а посылки стоят. Видео выставила сегодня, пошли заказы сразу, и несколько посылок на завтра уже оплатили. Так что утром встаю и пакую, пакую, пакую. Все, друзья, всем спокойной ночи, час ночи, а меня, как всегда, вперед на работу в это время. Все, заканчиваю. Пусть у вас все растет, цветет и колосится. С вами была Ирина и канал Цветочная Симфония. Всем пока!